Сердечный ритм под наблюдением. В Гродно прошла международная научно-практическая конференция на тему аритмологии. В Государственном медицинском университете собрались врачи, научные сотрудники, аспиранты и студенты. Главная цель конференции – улучшить качество медицинской помощи пациентам с нарушениями ритма сердца. Нарушение ритма – это очень актуальная тематика для всего населения и для больных сердечно-сосудистого профиля в том числе. Встречаемость очень велика, и, к сожалению, с каждым годом встречаемость увеличивается, поэтому тематика конференции невероятно актуальна, и здесь будут обсуждаться все способы лечения. Проблему внезапной сердечной смерти на конференции рассказал заведующий отделением аритмологии медицинского центра Московского государственного университета имени Ломоносова Андрей Ардашев. По его словам, болезни сердца в последние годы все чаще выявляются и у молодых людей. Нередко поступает известие об остановке жизненно важного органа у атлетов и футболистов прямо на спортивной площадке. Подобные встречи помогают врачам из разных стран эффективно сотрудничать и вместе бороться с этой болезнью. Пришло время и нам поднимать эту проблематику. И, наверное, дело идет к тому, что и возникнет новые субспециализации в медицине, не только в разделе, скажем, хирургических, но и кардиологических, общекардиологических подходов под названием «Не дай человеку умереть внезапно». Проблема внезапной смерти, она чрезвычайно актуальна.